Канга. Удар. Ух, какой удар, а! Какой удар. Вместе с ногой сейчас сыграл Навас, ногой Халка. Канга. Ох, какой момент. Браво, Киржаков. Второй. Пытается от другого Данил Кленке с ноги на ногу. Опять партнер пробежал. И Кленке пробежал. Обводящий удар Киржаков. Тяжелейший мяч от Мамтова из нижней шестерки. Его использует Валерий, не помнящий, под нападающим, потому что Голышев все-таки форвард. И вот на него передача, между прочим, достаточно опасная. Хороший шанс у сибиряков был прямо сейчас. Следить человека. Это Хомков. Ну, смотрите, это мячи быстренько разыграли. Еще одно падение. Упускает мяч Киржаков. И угловой зарабатывает Томск на последних минутах. Голышев здесь. Ико выступает по игроку против Корниленко. Прострел на средней высоте. Пробить нужно. Есть удар! Еще какой! Из-под перекладины Киржаков тащит мяч. Вот... Движение уходит от одного, от второго. Оставляет пять мяч пяткой. Лебеденко, удар и Киржаков. А сегодня, несмотря на... Дани. Прекрасно. Смольников. И удар. И Михаил Киржаков. Вицель в упор сейчас. Удар поворотом. И вручает сейчас Киржаков свою команду. Вот таких моментов. И еще всего секунд еще. Денисов. Подача. Дой, опаснейший момент. Как не забивает Дамин Дой в этой ситуации. Я думаю, даже сам он не может. Вот Дой момент. Какой Киржаков снова выигрывает у него дуэль. Третий раз уже. Красного качества газон. Нападающего сборной России. Классная атака Динамо. Курани надо бить первым касанием. Ух, какой мощный удар Кевину Курани. И кажется, мяч в стойку ворот Михаила Киржа. Неплохая подача. Удар Березуцкого. И вот такой красивый прыжок. Тошич. Фернандес. Подача очень хорошая. Думбия не забивает или забивает. 1-0. ЦСКА выходит вперед. Сейду Думбия. Это Панченко. И в отборе хорош Панченко. Удар. Классный удар. Мурешан снова его исполнял. Это был подарок от соперника. А вот сейчас Макиди прорывается в штрафную передачу. В центр. Макиди. Удар. Хурада бьет через себя. Перекладина. Дина Коста.